давайте. Поехали. Петеляева Ирина Владимировна, Республика Карелия, депутат Законодательного собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Аргалевич Андрей Сергеевич, депутат Законодательного собрания Республики Карелия. Вновь избранные, да? Победившие. Скажите, пожалуйста, по итогам выборов, то есть все всегда говорят, что было много нарушений, но хотелось бы узнать, были какие-либо курьезные случаи, то есть что-то нестандартное, что отличало бы, вот, например, эти выборы от всех предыдущих? Для меня действительно курьезная ситуация, что очень много проголосовало за ЛДПР, хотя, в принципе, это было ожидаемо. Но я сделала соответствующий вывод, что, видимо, образование в России, образование в Карелии уже опущено под плинтус, и именно поэтому так много людей проголосовало за ЛДПР. Для меня это действительно неожиданно.